Подготовку к новогодним праздникам обсудили в администрации Северского района. В рамках еженедельного рабочего совещания провели заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также заседание антитеррористической комиссии. Речь шла о том, как провести Новый год, Рождество и оставшиеся дни зимних каникул не только зрелищно и весело, но и безопасно. Считаю необходимым проведение комплекса превентивных и профилактических мероприятий. При этом необходимо уделить особое внимание проведению предупредительных мер, в том числе установить на период проведения новогодних и рождественских праздников с 29 декабря по 9 января 2024 года для органов управления сил районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования повышенная готовность. В том числе главам рекомендовано провести работу у себя в поселениях, разъясняя рекомендации по поводу ограничений использования фейерверков. Причем не только в целях безопасности, но и по просьбе губернатора Кубани, который призвал жителей региона ограничиться бенгальскими огнями до окончания специальной военной операции. Однако понятно, что соблюдать рекомендации будут не все. Главам городских и сельских поселений совместно с сотрудниками управления по развитию малого бизнеса и потребительской сферы необходимо провести работу по уточнению дислокации объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию пиротехнических изделий на территории поселений, провести персональную уведомительную работу с хозяйствующими субъектами о недопущении отпуска пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16 лет. Главам также рекомендовали взять под личный контроль степень готовности сил и средств поселений, необходимых для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. Комплекс мер, направленных на обеспечение правопорядка и общественной безопасности, в том числе и дорожного движения, в период зимних праздников реализуется отделом МВД России по Северскому району. Личный состав отдела переведен на усиленный вариант Северского района. Отдел надзорной деятельности совместно с работниками пожарно-спасательного гарнизона проводит профилактическую операцию «Новый год». Глава района обратил внимание коллег на необходимость со всей ответственностью подойти к вопросам безопасности жителей и объектов социальной инфраструктуры. Чтобы нам не омрачить праздник, чтобы все были живы и здоровы.